Всем привет! Я сегодня в католической церкви на Пушкинской аллее. Покажу вам, что тут внутри. Очень интересно, как тут все устроено. Орган. Очень необычно. Красиво. Храм открыт ежедневно. И тут есть органная музыка. Очень красивая архитектура. Банановые деревья. Прекрасное строение. И ялтинские котики. Кисюлька. Я тут была первый раз, и мне очень понравилось. Очень необычно. Похоже на православную. Кисюлька. Как-то покажу вам видео, где есть органная музыка. Схожу. Сниму. Такое 20 ноября. Сегодня, кстати, в Ялте очень тепло. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И пишите комментарии. И делитесь видео с друзьями. Всем пока-пока. Ой, закрыли ларек. Союз печать. Крым, союз печать и газеты. Теперь там пусто. Всем хорошего дня!